Испании, в которой якобы 360 дней в году солнечно. И даже бывало времена, когда по 5 лет дождей не было вовсе. Но вот, видимо, нам сюрпризом досталась такая ситуация. Два дня шли проливные дожди, и вот результат. Гольф, поле перед вами. Как по-настоящему должно выглядеть гольф-поле в хорошую погоду? Это после дождей. Вода ушла, и появился прекрасный газончик. Цапли доедают последних лягушек. Скоро будут играть.